Дружное семейство вошло в зал под мелодию популярной песенки про день рождения. Новорожденная комфортно устроилась на маминых руках, вела себя достойно, не издавая протестных звуков. Торжество открыла начальник управления Надежда Гусева. Рождение ребенка – важное событие в каждой семье. Появился новый человек, судьба которого в руках его родителей. Семейному союзу Галовых 9 лет. Юля признается, никогда не думала, что станет многодетной мамой. Первым появился Ванечка, он же школьник, потом Яна. И вот сейчас родителям предлагают назвать имя второй дочки. Отвечают вместе Варя. Надежда Иосина просит подтвердить имя наречения подписями в документе. Галовы – москвичи. Переехали в Одинцовский район год назад. Купили квартиру в лесном городке. Наступает время подарков. Героиня дня получает свой первый документ – красочное свидетельство о рождении. Мы вас поздравляем и вручаем к вам свидетельство. И вот такой ее первую награду – рожденному в Одинцово. Если вы не возражаете, можно вот так вот. Поздравляю вас с пополнением. Желаем от имени жителей городского поселения «Лесной городок» крепкого здоровья, благополучия, чтобы в вашей семье всегда сопутствовала удача, чтобы дети росли счастливыми, здоровыми, и не было никаких в жизни проблем. Нет рая на земле, есть райские места, это лесной городок. Поэтому в лесном городке мы недавно отмечали, когда мама родила 3 сына сразу, молодая. Недавно отмечали, тоже в семье молодой, 4-й ребенок родился. Поэтому вам желаем на этом не останавливаться, пополнять демографию. Подарки родное поселение приготовило Варечке замечательные ходунки, маме цветы и всему семейству сертификат на обед. От комитета по делам молодежи, культуре и спорту администрации района всем детям подарки. Юле букет белых роз. Здоровья, счастья, ну, конечно, может быть, еще детишек. Спасибо, Дарья, спасибо. Сил, главное, поддерживайте. И спасибо всем. Торжество длилось недолго. Крошка терпеливо молчала, сверкая глазками. Ванечка неожиданно поцеловал Варю, а ведь грозился уйти из дома, если родится еще одна девчонка. Галина Поликарпова, Алексей Орлов, телекомпания «Одинцова».